Живописные подмосковные леса и города. Изящество природы Крыма. Теперь возможность взглянуть на эти пейзажи в исполнении художника Дениса Минаева появилась у всех жителей нашего города. Он давным-давно уже живет в Видном, как мы знаем, и мы все-таки нашли возможность с ним связаться и поработать наконец-то. И наконец-то открыть его выставку. Планировали ее еще в прошлом году, но, к сожалению, в прошлом году это не осуществилось, а в этом вот наконец-то мы имеем это счастье. Работы увидеть много очень детей, тех, кто учится здесь. Наверное, какие-то хорошие качества дети впитают и будут, наверное, как-то, может, и повышать свой художественный уровень. Красоту в повседневности Денис начал видеть еще в детстве. Свой талант он переносил на бумагу и результатами делился с окружающими. Порой далеко ездить не надо, все рядом. Можно выглянуть из окна, можно куда-то 100 метров отойти и увидеть красоту. Автор утверждает, быть художником уже не просто профессия, а смысл жизни. В какие бы времена ни жил творец. Сейчас довольно-таки сложная у нас обстановка в стране для изобразительного искусства. Мы переживаем совсем не лучшие времена. Но, несмотря на это, надо работать. Были времена и хуже. Главная награда для любого художника – признание зрителей. И для нашего героя тоже важно, чтобы его картины нравились людям. Денис Минаев мой давний друг. Вот. Я наблюдала многие вот, как бы, этапы развития его творчества. Конечно, он замечательный художник, чудный совершенно человек, прекрасный друг. И, в общем, разглядывать его работы – это прям вот это завораживает, это вот истинное удовольствие. Так что всем рекомендую. Выставка продлится до конца марта, так что время познакомиться с работами художника у каждого желающего еще есть. Александр Шишов, Ия Адами, Елена Кошелева, Видное ТВ.